В микрорайоне Волгарь и в поселке Сухая Самарка улучшили транспортное обслуживание. Раньше по маршруту номер 5D губернский рынок Сухая Самарка ходило 10 автобусов. Сейчас к ним добавилось еще 15 газелей. Это современные, купленные вот в конце прошлого года газели. Они имеют систему кондиционирования и ремни безопасности. Они более динамичные, что позволяет пассажирам быстрее доезжать до места назначения. Мы мониторим ситуацию, работает телефон горячей линии, ваши сообщения принимаются в чат-бот, все замечания, предложения мы учитываем. Часть рейсов проходит с заездом в микрорайон Волгарь, другая прямо по улице Народной до Сухой Самарки. Во всех автобусах и газелях на маршруте 5D действуют льготы. Такое решение, оно, конечно, обрадовало жителей Волгаря, потому что у них появился новый транспорт. Это первый льготный автобус, который заходит в микрорайон. Там можно проехать со льготной оплатой проезда с использованием и карт школьника, и карт студента, и по социальным картам, и банковской картой можно проезд со скидкой оплатить. В этом году, знаете, у нас карта жителя в Самарской области, специальные пакетные тарифы действуют. Жители Волгаря отмечают, что теперь добираться до нужного места стало гораздо удобнее. Транспорт ходит хорошо сейчас. Вот появились новые маршруты 85-86. Очень удобно, очень быстро добраться до центра. Нам нравится. Маршрутка тоже быстро доезжает. На первые рейсы маршрут 5D выходит утром. От поселка Сухая Самарка с заездом в микрорайон в 5 часов 35 минут. Без заезда в 5.43. От Волгаря до губернского рынка с 5.54. А до поселка Сухая Самарка с 5.46. Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События.